Приготовились, друзья. Потренируемся на корабле. Итак, приготовились, команда. Заряжай. 3, 4, огонь! Ну, для первого раза неплохо. На троечку с плюсом. Но на корабликах, я думаю, мы с вами потренируемся уже со всех сил. Итак, друзья, давайте для начала с вами познакомимся немножко, чтобы вы себя чувствовали одной полноценной дружной командой. Итак, кто у нас самый главный на корабле, а? Капитан, правильно. Скажу вам по секрету, как мы сейчас его с вами поприветствуем. Так у нас путешествие, которое помогало мне сегодня вас всех превращать в настоящих разбойников. Зовут ее Элис. Аплодисменты, друзья. Итак, еще одна команда. Ребята в желтых маечках с большими фотоаппаратами. Это наши художники, лицедеи. Вы их не стесняйтесь ни в коем случае. Они знают свое дело. Они знают, как сделать самые красивые фотографии, как вас поставить, в какие позы. И, ну, а меня зовут Дмитрий, Дима, со всеми вопросами на солнышке. А вон вторая плавает рядышком. Здесь бывало и до 8, тут, ну, по-разному каждый день. А когда они сидят бездвижно, у меня спрашивают, вы что, их туда гвоздями прибили? Нет, я говорю, настоящие черепахи, не обманываю. Ребята, справа по борту теперь, обратите ваше внимание, в камыши внимательно смотрим, там бегемотик нас всегда встречает. Смотрите, смотрите, в камыши внимательно. Ай-яй-яй-яй-яй, даже взрослые повелись. Это, ребят, шуточка, какие бегемоты в Турции, а? Пустите, у нас на второй палубе появилась очень вкусная кукуруза, я попробовал с утра специально, просто... Все быстренько собираемся. Быстренько, быстренько, быстренько. Только громко-громко не подведите меня, хорошо? Итак, команда, заряжай. 3, 4, огонь! Так, это слабенько было. Ну-ка еще раз заряжай. 3, 4, огонь! Да, молодцы. Это как раз таки немецкие вот здесь, вот пансионаты, мы их не трогаем, потому что ребята могут инфаркт получить от испуга. Мы только нападаем на разбойничье судно. Как раз сегодня у нас будет сражение, спортивное, конечно же, состязание, так как у нас мирное время, с нашими союзниками-викингами. Разбойники, усаживаемся. Сейчас я приду. Так, как зовут? Все. Ребята, ребята. Кайф, да, папа? Да. Залин, Жандары, хорошо, поехали. Чтобы было все по чесноку, я отвернусь. Опа. Так. Аплодисменты за второе место. Бурные-бурные. Тоже. Так, и победители. Конечно же, тоже надо наградить. Бурными аплодисментами, ребятки. Здесь проговариваем так, как оно будет на острове. Итак, наша команда. Еще раз давайте. Немножко каши у нас получилось. Приветствуем бурными аплодисментами! Мы, как
наша команда Не кусаемся, не деремся, не плачем. Понятно? Я не слышу, понятно или нет? Хорошо, а теперь еще раз говорю, аккуратненько, ручками начинаем копать. Поехали. Да, подождите, ребята. Закроем. Да будет. Ребят, там что-то нашли. Я вижу, там что-то нашли. Ну-ка, на 3-4, ура, громко-громко, 3-4. Так, все, стоп, остановились. Сделали большой кружочек. Так, смотрите, там пират, там разбойник рванул, убежать пытается, да, чтоб мы не убежали от вас. Чтоб мы от вас не убежали, давайте окружили нас, окружили. Вова, иди сюда. Стали за ручки все. Вова! 4 шага назад сделали. 1, 2, 3, 4. Знаем, что такое кружочек вообще, нет? Да? Ну так давайте сделаем кружочек. Иди сюда. Представьте себе, что мы новогодняя елка. Все верно, да? И вокруг нас ходим хоровод. Вот так вот стоим за ручки держите. Ну все, уже не убежим, уже не прорвемся. Команда! Сундучок искали вместе! По-братски. Ладно, ребят, все. Там, смотрите, апельсины продаются. 5 апельсинов на всех, сундучок нам. Что-то вам и что-то нам. Все по-честному получается. Не соглашается. Не соглашается. Что это такое? Браслеты! Бусы и браслеты, ребят, я уже не знаю, взрослые, вам вопрос. Кошачий! Кошачий. Назар! Да, все верно, Назар, девочка одна сказала глаз Фатимы. Кто такая Фатима, я не знаю до сих пор, ребят, называется он на турецком. По-турецкому бонджук, может, слышали, или Назар. Защищать вас будет от глаза, напоминать вам о нашем разбойничьем путешествии. Это как подкова у нас в России. Вам на удачу, ребятки. Получаем и отходим в сторонку, потому что, смотрите, у нас возможность есть. Ребят, можно попрыгать в батутиках. Смотрите, разбойник раздает. С той стороны разбойник раздает. Сейчас, ребят. Саша, не зевай. Так просто, не разбегайтесь. Минутку, подождите сейчас. Чтобы не потерять. Катан, чтобы вы фиксировались. Сколько у нас? И поехали. Мои ушки хороши, у соседа лучше, все взялись за ушки соседа.